левитация бутылки. О, я научился делать невесомость. Сейчас пройдем рядышком с вершинкой, посмотрим, нет ли сегодня альпинистов. Смотрим. Илья, внимательно смотри. Есть альпинисты? Оп. Кто-то есть? Да-да-да. Точно? Спускаемся. Так, выпускаю воздушные тормоза. Сейчас будем спускаться к альпинистам, используя воздушные тормоза. Видите, сколько возможностей у планера для маневрирования. И тормоза, понимаешь себе. И скольжение. И сейчас я вам покажу спасительный способ управления закрылком, с помощью которого мы смогли вернуться на аэродром и успешно посадить планер. Да, там есть. Есть? Там есть. На самой вершине? Вот на... Ага. Там я понял, хорошо. Так, скорость 120, нормально. Попробуем, еще ниже спустимся. Где вот, хорошо. Где крест? Прямо у креста стоят? Что не сделай? Опа! Ю-ху! Точно, на кресте. Вижу. Ох! Слушай, ну классно. Сейчас еще разочек пройдем. Прям постараюсь рядышком с ними. Лишь бы крест не сломать. Оп! Ю-ху! Хе-хей! Друзья, ну это же прикольно! Слетали поснимать ролик про отказ управления. А заодно сняли вам короткий ролик про альпинистов на вершине Монтевизе. Пожалуй, даже я его отдельным роличком смогу выложить. Да, сюда поднимаются альпинисты. И я думаю, что это достаточно непростое занятие, просто потому что гора достаточно сыпучая. Видите, такая она. Оп. Чуть жестче вираж, так 130, чуть добавлю скорости. Смотрите, я прям вниз крыло втыкаю. Не знаю, что они от нас думают. Прямо над ними. Скорость есть. Оп, машут ручкой. Оп, ю-ху! Получилось! Сбежали от нас альпинисты. Совсем мы, видимо, им надоели. Где-то они спускаются уже под горой. Мы прощаемся с Монтевизо и летим в сторону нашего аэродрома. До аэродрома 111 километров. Лететь нам можно без наборов. То есть мы сейчас отсюда, с высоты 3800, спокойно долетаем до аэродрома.